Приготовьтесь. Заброды надо. Ты видишь его, Влад? Коль, ты чем там занимаешься? Кормит птицу. Видишь, городок по гусям? Кормит птицу. Мужики гуси или что? Гуси. Куда их считали? Ко мне. Собака устала. Отдыхает. Гоняла сегодня подранка. Ну добирай, иди, рис. Трудовой. Работай. Бывает вон от него. Вот. Сколько патронов? Матвей, тяжелый, нет? Нет, ты знаешь, обсыпало его дробью. Обсыпает, да. То есть обсыпает, и он стоит. Матвей, тяжелый, нет? А? Тяжелый, нет? Ну да, точно. Ты с него свинец вытру. Граммов на 200 свинца. Ты из-под пера свинец выбей, блин. Ну, сразу похудеешь, килограмм на 2. И причем он еще крылья целые. Он еще живой был, когда собаку притащил. Там что-то должно было позаходить. Ну вот, смотри, видишь, вот, то есть крыло пробито, но оно над суставом пробито. Видишь, то есть вот дырка. То есть, блин. Подожди, а вот дырки, видишь, отстреляны. Белолобик? Перья. Да. Белолобик, да. Перья отстреляны. Не хотел он. Ну как он умирать не хотел, да. А он еще дырка под лапой сзади. Вон, смотри. Под задней лапой, лапа перебитая под лапой, нет, под другой. А, вот лапа. Ну что, под лапой тоже. Вот лапой тоже. Пачку патронов потратили на него? А, вот. Почти, ну это и да. Вот, под лапой тоже одно отверстие он есть, смотри. Под этой ногой сзади. Вон они. Вон они сидят спокойно. Собака, пусть собака поест.
плеяд. Как ты говоришь, там слово говорить надо. Молодцом. Надо было еще чуть-чуть. Да, можно было. Немножко. Смотри, может, упадет. Ну, по крайней мере, стирайся, все равно летело. Левый. Пацаны щипают добычу. Ужин. Сегодня на ужин гусь варь. Что? Рассказывай, как ты провел этот сезон? Я этот сезон провел замечательно. Сколько добыл гуся? Охота была коллективная, добыли за сезон 50 штук. На данный момент? На данный момент. Сезон не окончен, продолжение следует. У нас еще 3 дня охоты, но Колян нас покидает. Всем удачи. Мы за всех отомстим, Колян. За тебя точно возьмем пару десятков еще на выходные. Да-да-да. Побьем рекорд. Будут пылать они адским пламенем. Я буду за вами отслеживать. Ребят, раздобыли патроны охотничьи 16 калибра. Смотрите, какой год. 1989. Дробь пятерочка. Метательный заряд 1,8 грамма. Дробовой 28. Партия 50-я. Месяц 06, цена 2 рубля 75 копеек. Капсуль Живело. Такие вот патроны. Вот она, этикеточка. Пятерочка. Сейчас попробуем отстрелять данные патроны. Как они себя спустя такой долгий промежуток времени идут. Также есть 89-го тоже пятерочка. Вот в такой пачке. Это у нас троечка. Это 94-й год. Вот такие вот патрончики. Сейчас посмотрим, как они стреляют. Можно на